Вот такая четверка сейчас играет в составе автомобилиста. Давыдов. Мальцев. Всех обошел Мальцев. Выходит к воротам. А где же шайба? Я смотрю, зажигается все-таки красный фонарь за воротами автомобилиста. Ну что ж, осталось только узнать, Мальцев или Астраханцев забросил первую шайбу на 17-й минуте первого периода. 1-0 в пользу трактора. Челябинцы использовали численное преимущество. Давайте послушаем. Вы знаете, трудно сказать, кто же. Олег Мальцев все-таки или Астраханцев добавил ее. За первую шайбу, я вам напомню, приз 2000 рублей. Вот видите, как вздыхает Валерий Белоусов. Да, тяжело, тяжело далась первая шайба. Первая ласточка в сегодняшней встрече. Подачи Игоря Дедулова, номер 11. Ярика Пальцева, номер 19. Шайбу забросил Константин Астраханцев. Все-таки Астраханцев, Астраханцев. С подачи Игоря Федулова и Олега Мальцева. Итак, спокойнее, хладнокровнее. Не надо торопиться. Разыграйте шайбу. Шварев. Шварев. Гамаляка ждет шайбу. Вот он. Получил ее. За воротами. Передача. Бросок. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Ну, молодцы. Ну, порадовали. Сергей Киртышный. С подачи Гамаляка. 16-я минута. Счет становится 2-2. Ну, молодцы, ребята. 16-я минута. Сергей Киртышный на ваших экранах. И вновь, вы знаете, использовали численное преимущество хоккеисты трактора. И, по-моему, с подачи Сергея Гамаляка. Давайте послушаем. Ну, молодец, Сергей. Молодец оба Сергея. Молодцы. Молодцы, ребята. 2-2. Вот этот повтор надо записать для передачи и несколько раз показать его в передачах 8 канала. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Но это мое пожелание. Мальцев набирает скорость. И бросок. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то, Олег Мальцев. Как приветствует его трибуны. Посмотрите, как они переживали сегодня за Олега Мальцева. Ну, молодец. Ну, наконец-то. 6-я минута третьего периода. 3-2. И шайбу забросил Олег Мальцев. Ну, сегодня все мы за него переживали. Еще бы Игорь Ворицкий добавил четвертую, и совсем было бы хорошо. Вот Ворицкий чуть-чуть сейчас был на ваших экранах, так, на дальнем плане. Вот Олег Мальцев, видите, крутой вираж. Обманывает защитника, прорывается к воротам. И третья шайба в воротах трактора, и первая Олега Мальцева. Ну что ж, мы поздравляем Олега, молодец. Я имею в виду, что провалились хоккеисты трактора в атаке, в обороне. Провалились. Все пошли в атаку. И шайба в воротах. И шайба в воротах. И забросил ее. Опять Астраханцев. Да, опять Константин Астраханцев. И вновь реализация численного преимущества. 12-я минута. Константин Астраханцев. 4-2. И вновь реализация численного преимущества. Ну давайте посмотрим. Федулов проходит. Где шайба? А шайба вот там. И Астраханцев перебрасывает ее через вратаря. С подачи Игоря Федулова, номер 11. Шайбу забросил Константин Астраханцев. С подачи Федулова отличился Астраханцев. 4-2 в пользу трактор.
забросили вчетверо. Шайбу-то забросили вчетверо. Подачи Игоря Маринского за 18-й. Шайбу забросил Андрей Кудинов. Да, Андрей Кудинов в подаче Игоря Маринского. Вчетвером против полного состава автомобилиста. 5-2. 5-2. Что вы знаете, у меня просто нет слов. Прошло буквально несколько секунд, и вновь отличилось звено Игоря Федулова. 6-2. По-моему, сейчас будет смена вратаря. Сергазиев расстроился. Астраханцев, Федулов и Мальцев сейчас были на площадке. Ну, вы все видели хорошо. Шесть два в пользу трактора. 16-я минута. Смотрим этот момент еще раз. Астраханцев. Свою третью шайбу сегодняшнего матча забивает Константин Астраханцев. Третью шайбу свою в нынешнем матче забивает. На помощь. Гамоляк уже у синей линии. Только что был в обороне. И седьмая шайба в воротах. По-моему, это Лазарев. Да, Лазарев. С подачи Сергея Габаляки. Но что творится на трибунах, вы видите, я об этом говорить не буду. А вот Павла Лазарева я поздравляю с первой шайбой в нынешнем чемпионате. 17-я минута. Лазарев с подачи Сергея Габаляки. 7-2. Смотрим еще раз. 7-2 в пользу трактора, а играть осталось чуть больше двух минут. Баландин. И рядом Киртышный, Варицкий, Гусманов по правому.